Осенью 2021 года Мордовии ждут масштабные выборы. Жители республики будут выбирать главу региона, депутатов Государственной Думы России и Государственного собрания Мордовии, депутатов городского совета Саранска и депутатов органов местного самоуправления. Партия «Единая Россия» к организации выборов всегда подходит ответственно. Единственная политическая партия в нашей вот России проводит предварительное голосование, где готовит, отбирает лучших своих вот этих представителей, которые могли участвовать в состязательном вот этом процессе на выборах. Региональный штаб, который вот сегодня мы создали, утвержден, будет готовить, проводить эти выборы. И главная задача штаба, чтобы эти выборы прошли чисто, легитимно. Принять участие в предварительном голосовании могут не только члены «Единой России». Единственное условие для кандидата – разделять принципы и идеи единороссов. Депутата не зря называют народным избранником. Его работа – помогать гражданам, решать их проблемы. Только такие нужны и людям, и партии. Регистрацию кандидатов на предварительные выборы «Единой России» начинает с 17 марта. Сама процедура «Праймерис» пройдет с 24 по 30 мая. Голосование будет смешанное, как в электронном виде, так и в обычной форме, по первой модели. Почему? Потому что ряд наших населенных пунктов сегодня имеет недостаточно хороший вот этот доступ к интернету. Поэтому там, где участки не работает, у нас интернет, голосование будет в обычной вот этой форме, как мы проводили голосование и ранее. По итогам предварительного голосования будут сформированы списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на основных выборах в различные органы власти. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин, «Народные новости».